Начинайте бой! Орженосцы, поправьте заправо! Продолжайте! Стойте, господа! Продолжайте! Ваши кончились. Оруженосцы, помогите рыцарям вернуться на их места. Каждый из рыцарей выполнил обет доблести выстоять друг против друга на двуручных мечах на 15 штрайков. На булавах с итальянской рателлой на 15 штрайков. Штрайк – это удар в переводе с немецкого, который означает любое атакующее действие. Господа! Господа рыцари, вы готовы? Начинайте поединок! Оруженосцы, верните оружие. Продолжайте бой. Стойте, господа! Оруженосцы, помогите стать рыцарю и примите оружие у другого. Итак, количество ударов закончено. Итак, фрайхер Кристоф и мессир Николя, вы готовы? Начинайте, господа! Раз, два, три. Как вы видите, рыцари пытаются нанести укол именно в поражаемую зону доспеха, то есть в кольчугу, подмышки и провести борцовские приемы. Стойте, господа! Поправьте плюмаж, отдайте. Господа, стойте! Открылась и очень опасная ситуация сейчас могла случиться.
с шеей, поэтому... Итак, продолжайте. Стойте, господа! Количество ударов закончено, как мне сигнализировали маршалы. Итак, оруженосцы, помогите рыцарям вернуться на их скамьи, а мы приглашаем сюда следующих наших участников. Гер Куц и Пауль Майер договорились сразиться на больших мечах до 15 штрайков. Итак, господа, начинайте поединок. Количество штрайков у вас закончилось.